бабушкой. Понимаете? Она, конечно, я как включу телевизор, бывает, с утра, она как меня ждет. Я тут как-то собрался уже, с вещами стоял, ну, в город ехать, включаю телевизор, в пальто стою, а она там: дорогие друзья, мужские яички должны висеть правильно. Я всюду опоздал. Я как конь в пальто, вот как стоял, так и остался стоять. Она, главное, говорит: мы сейчас все покажем на конкретном примере. Тут же мужиков всех ее сдуло. Она достает мешок такой из-под обуви, кладет туда две такие картошки, вот такие, кормовые. И на полном серьезе, ну, представляете, вот такие картошки. Все мужики почувствовали себя ущербными сразу, понимаете? Вот такие картошки. И на полном серьезе начинает объяснять, что одно должно висеть немного ниже другого для правильной терморегуляции. Господи. Чего ты к нам привязалась? Мы-то что можем поделать? Уж извините, как повисло, так и повисло. А тем, у кого ровные, что, в пластыре ходить, что ли? Но она со своими советами прям в самый мозг проникает. Я уже про эту программу забыл. Иду по Останкино через 2 недели после этого эфира. Иду по Останкино. И она навстречу мне. Я вам клянусь, машинально иду и что-то... Помню, надо что-то поправить, понимаете? Она мимо меня идет и говорит, мол, все правильно. Мы привыкли в нашей передаче называть вещи своими именами. И сегодня наша рубрика о здоровье так и называется... Господи, прости. Так и называется: я пукаю во время оргазма. 10 утра, Первый канал. Нормально призналась? Ладно, она поворачивается к зрителям студии и говорит: поднимите руки! Какой человек в своем уме поднимет руку на всю страну, что он пукает во время оргазма? Ему же на следующий день в метро ехать. А, это вы? Как вам помогло? Но они, видно, одной паре заплатили денег, чтобы тебе подняли руку. И тебе подняли руку. Они, причем, видно, хорошо им заплатили. Она только сказала, кто пукает, они уже подняли руку. И она говорит: выходите сюда, мы все покажем на конкретном примере. Я думаю, господи, как она это-то показывать собирается? Оказывается, ничего, смогла. Выкатила попу 2 на 2 метра, пластмассовую, в разрезе. Всю ночь, видно, лепила. Вставила в интересное место пионерский горн. И предложила женщине то дудеть, то не дудеть. А мужу ее предложила говорить приятные вещи. И сказала: видите, как тяжело не дудеть, когда вас любят. Но самое смешное, это был вывод из этой программы. Она в конце сказала: дорогие друзья, у кого такая проблема? Правда, Герман Шаич, кто-то же отскочил. Но она имела в виду правильный совет. У кого такая проблема, мы настоятельно рекомендуем за сутки до предполагаемого контакта, это же надо еще предположить за сутки, что контакт будет, отказаться в еде от бобовых. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.